Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию 5 актрис и актеров, которых заменили в сериале неожиданно для зрителей в самый разгар съемок. Очень часто в наших сериалах происходят внезапные замены одних актеров на других. При этом причины могут быть совершенно разными, начиная от необычных хитросплетений сюжета до банального ухода актеров. В любом случае, зрителю редко остаются довольны такими неожиданными рокировками в любом сериале. Александр Петров. Первые серии сериала «Обнимая небо» были очень тепло приняты зрителями. Популярный актер Александр Петров потрясающе исполнил одну из главных ролей, но впоследствии его заменили актером Анатолием Белым. Многим поклонникам такая рокировка не очень-то и понравилась, а рейтинги этого сериала стремительно упали. Режиссеры пытались объяснить свой ход тем, что якобы показали, как выросли герои, но идея явно оказалась плохой. Любовь Аксенова. В этом же сериале «Обнимая небо» такая же судьба, как и Александра Петрова, коснулась актрису Любовь Аксенову, которую заменили на Екатерину Редникову. Актерская пара Петрова и Аксеновой потрясающе смотрелись вместе, дополняя друг друга. Новые, повзрослевшие актеры были слишком чужды зрителю, да и играли не так душевно и искренне. Глеб Пускепалис. Сериал «Две зимы и три лета» был неоднозначно принят зрителями. Несмотря на приятную картинку и вполне достойный сюжет, который местами проседал, больше всего зрителей смутила бессмысленная смена актеров. Глеба заменили на Антона Хабарова, который имел совершенно другой актерский типаж, в результате чего герой в сериале сильно изменился, став совершенно другим, что не понравилось многим зрителям. Сергей Стрельников. Популярный сериал «Екатерина» тоже претерпел свои замены. В течение всего первого сезона роль графа исполнял Сергей Стрельников, но во втором сезоне, неожиданно для зрителей, его место занял актер Сергей Марин. Как оказалось, украинский актер просто отказался от продолжения съемок в российском сериале, намереваясь завершить актерскую карьеру в России. Марина Александрова. Первый сезон сериала «Воровка», благодаря своей легкости и звездному актерскому составу, пришелся по вкусу многим зрителям, но с каждой следующей серией он терял свои преимущества. К началу второго сезона уже были заменены многие актеры, в том числе и Марина Александрова, на замену которой пришла актриса Юлия Пожидаева. Режиссеры в целом не пытались объяснить такие актерские замены, и зрителю пришлось самому догадываться, кто есть кто. Всем большое спасибо за внимание. Всего вам самого наилучшего и всего доброго. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.